Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас речь пойдет о спорте, о футбольной школе и о том, кто в этой школе занимается, и с точки зрения взрослых, и с точки зрения участников. Ну, начнем, наверное, все-таки по старшинству. В студии у нас главный тренер футбольной школы «Спартак» в отделении инженерно-технологического лицея городского округа Люберцы Игнат Викторович Орел. Здравствуйте. А также Никита Баньков, воспитанник футбольной школы «Спартак». Значит, Люберцы, да, правильно? Да. Правый нападающий. А почему не левый? Почему правый? Так поставили? Ну, мне так удобнее под правую. А, да? Под правую ногу все как положено. А левый нет? Не можете? Ну, не натренировал еще, нет? Да. Мы же все любим футбол, и поэтому для нас даже футболист, которому 11 лет, правильно, вам 11 лет, для нас это уже состоявшийся такой спортсмен, потому что, посмотрите, есть медали, сейчас мы об этом будем говорить, но первый вопрос, Никита, если позволите, мы Игнату Викторовичу зададим. Да, Игнат, конечно. Вот вы уже почти 13, я знаю, может быть, даже больше лет работаете тренером. Да, все верно. Вот. Сейчас много фильмов всяких показывают, как там тренер переживает, у него обязательно какая-то проблема должна быть, вот что-то там команда его подводит. Да? Вот что такое жизнь тренера, детского тренера по футболу? Жизнь тренера на самом деле прекрасна. Нужно вот с этого начинать. И, конечно, есть много трудностей, которые связаны с нашей профессией. В принципе, она сродни и любому педагогу. Вот жизнь тренера. Это постоянно ты думаешь о детях, о том, как им принести максимальную пользу, как решить какой-то мини-конфликт, который неизбежно возникает между детьми. Также ты постоянно на связи с родителями. Они тебе звонят, спрашивают. Да, почему вы не ставите моего? Почему он все время сидит на скамейке, да? Потому что это спорт. Тут, в принципе, все просто. Кто быстрее бежит, тот явно будет ближе к основному составу. Кто больше старается, кто не пропускает тренировки. А игры. Кто не бежит, тот вратарь. А кто не бежит, тот вратарь. Но бывает и вратарь быстрее игроков полевых. Ну вот, я почему такой вопрос адресую, потому что, ну, со взрослыми, наверное, там своя жизнь происходит, да, но здесь добавляется еще вот это, они же взрослеют, да. Никита, вы когда пришли в футбол-то? Сколько вам было? Мне было в тот момент 6 лет. 6 лет, то есть вы 5 лет уже активно занимаетесь футболом. Да. А кто привел-то? Папа. Папа? А он сам захотел, чтобы вы были футболистом, или вы намекнули ему как-то? Ну, он меня спросил, кем ты в будущем хочешь стать, я ему сказала, футболистом. И он обрадовался, что именно футбол? Да. Папа футбол любит, смотрит футбол? Да, на матчи ездил. Да, на матчи ездил, на ваши? Ну, и на наши. А что говорит, когда вот плохо? Ну, что-то не забил, не пошло. Ругает? Ну, может наругать, может поддержать. Да, это как понять? Вы понимаете, где он ругает, а где поддерживает? Да. Да? Ну, кричат, наверное. А родители, кстати, вот ездят? Бывают такие? О, родители всегда на матчах. Вы что, это самые, как говорится, ультрас, это самые болельщики. Их иногда надо успокаивать, чтобы они, так сказать, детей, они, конечно, пытаются подбодрить, но иногда... Перебадривают. Перебадривают, иногда дети начинают нервничать. Ага. Но на самом деле родители у нас все прекрасные, у нас с ними хорошее взаимодействие. Вот даже вот мама Никиты Банькова, его и в дождь, и в снег, и в плохую, хорошую погоду всегда возит. И у нас есть такой родительский комитет, как раз мама Никиты, Людмила Банькова, она является членом родительского комитета. То есть это взаимодействие, когда идет тренер, родители и в целом вся команда. Но все равно на вас ответственности больше. Вот я смотрю Никиту, да, нам сейчас будет рассказывать о том, как он вот это все заработал. Я так понимаю, это только часть, да, каких-то там наград. Если он говорит... все принес, у него шея сломалась бы. Да, шея не дает. Ну и плюс дипломы, всякие грамоты наверняка. Вот ответственность, ведь это все-таки дети, потому что как бегать, где-то он там что-то плохо дышит, что-то вдруг не то. Это же все должен тренер видеть. Это и психологический, и даже чисто медицинский какой-то аспект, и все вместе, и спортивный. Как этому можно научиться тренеру? Вы знаете, рецепт максимально простой. Поступайте в спортивный вуз, который находится в известном поселке Малаховка. Так. Ну, это, конечно, шутка. Есть еще и много других спортивных вузов. Но все-таки нужно получить образование. Да, спортивное образование. У меня, я закончил МГАВК, всем известный, в 2013 году. Все эти предметы там
и биология, и различные там закономерности. Ну, даже где-то с медицинской частью пересекается. Спортивная медицина у нас отдельно предмет был, то есть педагогика, опять же. Вот, кстати, тут я должен задать такой вопрос, мы же все-таки у нас интервью такое про все, да? Вот я представляю, как Никита там бежит, все, а соперник же, он же не хочет, чтобы Никита добежал поближе к воротам, да? И применяет какой-нибудь прием. И вот Никита начинает немножечко, ну, лететь, что называется, да? Вот. Вот как тут действовать в футболе? Там же, ну, игра-то травмоопасная все равно. Вы знаете, футбол – это самый травмоопасный вид спорта. Даже если брать тот же хоккей, у них там тоже бывают и травмы, и все, но они, у них хотя бы есть защита, а у нас только щитки одни. Ребенок начинает нарушать в двух случаях. Первое – это эмоции его перехлёстывают. Ну, конечно. Вот. Второе, он уже устает, и на усталости просто его техника подводит. Вот. Поэтому это все закладывается на тренировках. Но, естественно, от травм никто не застрахован. Никита, были травмы-то? Да. Были, да? Что, по ногам били, да, или чего было? Да. И как? Лет. Мучился, плакал? Ну, как спортсмен должен, нападающий? Вот на него, значит, напали. И он должен долго крутиться. Никите, да? Достается больше всех у нас. Никита, крутитесь, показывайте, что вот все, вы уже практически умираете сейчас на футбольном поле, чтобы пенальти заработать. Бывало так? Ну, иногда бывало. Чуть-чуть играем, да? Ну, правильно, это же футбольный спорт. Никита, я знаю, что вы капитан команды. Да. Вот. Капитаном кто назначает? Это, как правило, делает тренер или как-то это совместно с командой и с родителями? Как это? Ну, капитан, он себя начинает уже проявлять и вести себя как капитан вот с самых первых тренировок. Mm-hmm. Это лидер. Mm-hmm. Вот, каким у нас является Никита. Он никогда не боялся исполнять какие-то штрафные, там, пенальти. Он брал на себя ответственность, когда другие отворачивались. И, конечно, сначала тренер, но и команда не будет против, если... Mm-hmm. Такой лидер возьмет на себя качества, которые придадут команде уверенности, спокойствия. Ну, вот мы иногда смотрим, Никит, большой футбол, ну, капитанская повязка, ну и бог с ней. И все. Это что, так действительно важно, что вот на капитана как-то равняются? Вы там что-то разруливаете во время футбольного матча? Да. Можете подойти? Ну, расскажите, как? Поддерживаем команду, да. Да? А что, там можете подойти и сказать, что ты давай там, или как? Да, ну что входит в ваши обязанности капитана? Я обычно поддерживаю игроков, и чтобы они не расслаблялись. А что, некоторые расслабляются? Да, сразу носы вешают. Носы вешают даже? Да. Это когда 3-0? Ну да. А бывало такое, что прям вот в нулевую идет, и никак не можем? Ну да, мы играли против Академии. И чего? Какой счет это был? 11-1. 11-1? Ну один-то кто забил? Ну, там игрок ему почти постоянно везет, он там ударил, там кучу. То есть даже когда 11-0, все равно забивает один гол-то наш был. Но уже не на ноль, уже красиво. Ну, а вот когда вдруг вы выигрываете там, где, казалось бы, ну, совсем не ваша игра, какие ощущения, как команда празднует-то? Прыгаете, скачете, чего делаете? Ну, так мы обычно не празднуем, мы просто... Сурово уходим. Все, мы свое дело сделали, да? Ну, мы... Ну, бодрим друг друга. Бодрим. Угу. И готовимся к следующему матчу. Да, чтобы не расслабляться. Вот смотрите, капитан, молодец. Все время главная фраза, чтобы не расслабляться. Вот тут вопрос, Игнат Викторович, вам. Угу. А все-таки же это же, ну, помимо того, что дети, как мы это понимаем, это же еще и учебный процесс. А школа же у них есть еще. Как вот совмещается школа и футбольная школа? Вы знаете, у нас наша футбольная школа «Спартак», она построена очень удобным образом. Мы, конкретно мое отделение, инженерно-технологического лицея, находится в ЖК «Самолет» на Камова 4. И ребята только заканчивают уроки, и их дома находятся рядом с этой школой. То есть они могут в школе остаться и дальше продолжить с нами тренировки. То есть не нужно никуда возить далеко. Mm-hmm. Мы именно при школах, наша футбольная школа. У нас... Ну, то есть, грубо говоря, если в моем детстве мы ходили там во двор или в школьный двор, там получше было, либо у себя во дворе просто играли в футбол, то в данном случае им удобно, они просто идут сразу. Сейчас прекрасные поля с искусственным покрытием. Вот у нас, например, ИТЛ, мы наше отделение называем, прекрасное поле, где можно играть в формате 7 на 7, искусственное поле.
Но если погода плохая, то мы ушли в зал, там нам залы предоставлены. То есть очень хорошие условия, комфортные с этой точки зрения. Ребята все живут близко, поэтому очень удобно. Даже родители, бывают, что они работают, а ребенок знает свое расписание. Ну да, типа просто, продленки такой. Да, как продленка. Мы их просто забираем и ведем на тренировку. Ну и вот тут возникает такой вопрос. Опять же, тут я вспомнил свою молодость. Ну, все мы во что-то играли, в футбол мы много играли. И для нас это было удовольствие. Ну, потому что пришел, делать нечего, пошли играть в футбол. А у вас же это уже как профессиональное. Не надоедает? Нет? Вот после школы еще идти вот сюда в футбол играть. Мне футбол никогда не надоедает. Да ну ладно. Никогда не надоедает? Нет. То есть готов играть? Сколько уже было всяких? Ну, первенств, турниров много? Ну, достаточно много. Ну, вот в месяц в среднем сколько бывает игр таких? Можно так по месяцам или как? Не знаю. Хорошо, а вот когда тренируетесь, вы же между собой играете, как-то делитесь на команды? Да. И чего? Кто чаще выигрывает-то? Ну, основной состав. Основной? Да. А, так еще у вас есть основной состав, то есть нужно еще попасть в него? Да, надо что-то. А интриги существуют там? Интриги, наверное. Вас кто-нибудь подсиживает, как капитана, нет? Нет, пока нет. Вот молодец. Так вот капитан и должен быть таким. Да. Вроде как все хорошо, все нормально, ничего не рассказывает. Ссоры он никогда не уносит, все правильно. Вот. А кстати, вы когда пришли, вас как-то сказали, бей по мячу, или как вас приняли, проверяли, по какому принципу, не помните? Не помню. Уже и не помнит. Как тут сейчас видите, в школу он можно не помнит, попасть? Потому что он пришел очень рано на футбол уже. В детском саду еще он занимался, поэтому... Знаете, как у меня первое воспоминание вообще о детстве, это как я стою на футбольном поле и играю в футбол. То есть это вот первое мое вообще воспоминание в жизни. Вот, ну него, вот наверное... видите, оно не зря, это воспоминание. Да, и на этом воспоминании я тащу дальше, и вот ученик своих спортсменов тоже подтягиваю. Никита тоже, наверное, не помнит. А так к нам приходят дети сначала на пробную тренировку, просто попробовать. Но, как правило, дети и мяч, им все это нравится. Это очень отвлекает от какой-то там учебы и так далее. Ребята... Ну вот вы же видите, там сразу там пришел ну, среднестатистический, в хорошем смысле, ребенок, да, и вы уже можете видеть, да, ножки там сильные, слабенькие, дыхалка сильная, слабенькая, нападающий или ближе к вратарю, или сразу в капитаны, да. Вот вы же наблюдаете? Есть такой вот сразу тренерский взгляд? Футболиста хорошего видно сразу, даже если он до этого никогда не прикасался к мячу. То есть от Бога, что это называется. Бывает, вот, ну, дано человеку. То есть это обычно всегда быстренький, такой как червячок. Юркий, да. Да, юркий, ловкий. Даже он, если с мячом, он, по крайней мере, уже понимает, вот ворот, вот направление. Там чужое, туда двигаем, сюда не двигаем. То есть быстренького футболиста. Ну да, это уже, если понять, это уже хорошо. Когда Никита пришел на первую тренировку, то есть его было, он как заведенный, как моторчик бегал, и по соперникам бил, по мячу бил, там забил гол, мы ему похлопали, все, он, наверное, эту позитивную эмоцию впитал в себя, и поэтому он дальше продолжает. Понял, что здесь мне хлопают, я сюда буду ходить, правильно? Никита, скажите, а смелость – это важный такой фактор во время игры? Во время игры смелость. Тем более, вы же надо же брать игру на себя, и капитан, когда, может, и не хочется, а надо. Это важный фактор? Это очень важный фактор. То есть футбол к смелости готовят, ребят? Да, готовят. Как хорошо. Да. Ну, сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях прямо вот люди от футбола, что называется. Приятно, когда человек говорит, да я все время на футболе, только и помню себя с самого рождения. Игнат Викторович Орел, главный тренер футбольной школы «Спартак» в отделении инженерно-технологического лицея городского округа Люберцы, и Никита Баньков, воспитанник футбольной школы «Спартак», который, собственно говоря, здесь у нас в студии рассказывает о том, что футбол – это хорошо с самого раннего возраста. Делаем небольшую паузу. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И говорим мы сегодня на футбольную тему о том, как из маленьких спортсменов вырастают большие звезды. У нас в студии Игнат Викторович Орел, главный тренер футбольной школы «Спартак» в отделении инженерно-технологического лицея городского округа Люберцы. Ну и воспитанник футбольной школы «Спартак» Никита Баньков, которому целых 11 лет, и который уже не помнит, как он начинал заниматься футболом, но знает одно, что медали и кубки – это его. Правильно, Никит? Да. Вот давайте мы начнем с большого. Кубок этот, это откуда, это за что? Это мы играли в Winners Cup. Так. Там... Много команд было? Восемь команд. Восемь команд, так. И?
Я был лучшим бомбардиром, мы заняли первое место. Сколько забили-то? За 7 матчей я забил 7 либо 8 голов. Как мне нравится, мне кажется, вот Месси, да, наверное, когда был маленьким, он же, наверное, приходил домой и крестики ставил. 6 голов, 7, 7,5, не состоялся. Наверняка. Вот. Это много, да, голов? То есть вам как лучший бомбардир? Да. Это сколько вы в среднем за игру-то забивали? Если вы, получается, 8 команд, это сколько игр-то было? Вы по 2 играли или как? 7 игр было. 7 игр. Ну, то есть в среднем получается... Каждый с каждым, да, в круг. Вот. Ну а как вот о бомбардире? Что вы скажете о Никите как тренер? Сегодня же мы можем его похвалить? Не зря же он заработал? Или случайно забил? Может, там вратарь плохой был? Нет. Вы знаете, когда везет всегда сильнейшему, вот. Конечно, мы не хотим захваливать Никиту и так далее, но хотя бы, чтобы он был как пример для других футболистов, которые, может быть, нас посмотрят. Как нападающие. Быстрые, юркие, но самое главное качество – это именно понимание футбола, то есть футбольный IQ, как мы это называем. Где-то ты правильную позицию выбираешь, где-то ты просто за счет правильной позиции сыграешь на добивание, где ты… Никита, кстати, не только забивает, но и голевые передачи отдает. То есть не жадный Никита? Вообще не жадный. То есть и может и порадоваться за других, там, если некоторые дети, наоборот, не бывает. Вот, мое. Да, я не забил, и все там, хотя команда выиграла, он там расстроился. Нет, главное, знаете, футбол чем хорош, что это командный вид спорта. И это еще футбол как средство воспитания личности. Ты в футболе должен, как и в команде, чувствовать себя как личность на втором месте, а команда на первом. Если правильные приоритеты расставлены, то игрок себя снимает лишнее напряжение и может спокойно и отдавать передачи, и сам забивать, и в защите играть, и быть вратарем. То есть главное быть просто полезным, приложить свои умения. С Никитой в этом плане все в порядке. Я думаю, что эта передача на него не подействует в плохую сторону. Ну, посмотрим, может, перестанет отдавать мяч. Тоже такое. А пенальти-то приходилось бить? Я слышал, вы говорили в первой части, что на себя брал ответственность. Это сложно выбрать и сказать, я буду пенальти бить? Ну, ведь можно же не забить. Это 50-50, лотерея. Да. Главное убедить в этом всех остальных, что это лотерея, что я могу не забить, но я пойду. А бывали такие игры, где, ну, как положено там, я уж не знаю, дополнительное время, но пенальти били обе команды друг другу. Бывало такое? Да, бывало. И как по пенальти наша-то команда выступает? Ну, у нас пенальтисты хорошие. Да? Часто реализуют. Да. Никит, скажите, вот дальше что будет-то? Вот вы как-то планируете связывать свою жизнь с футболом или пока не знаете? Ну, планирую как минимум тренером стать. Как уже тренером? Подождите, для того, чтобы стать тренером, нужно еще стать знаменитым футболистом. Да. Вы же обратили внимание, я вас не спрашиваю, там, кто ваш кумир, кто вам нравится и так далее. Тренером лет в 40 же надо становиться, как минимум. Тем более, вы обратили внимание на последнем чемпионате? Футболисты, как это называется, футбольный век увеличился у нас по продолжительности. Да. Нас много стареньких футболистов играет на чемпионатах. Да, очень много. Ну, не очень. Ну, то есть, грубо говоря, я так косвенно понимаю, что вы продолжаете заниматься футболом, верно? Да. И вот тут вопрос, Игнат Викторович, вам. Вот хорошо, ребенок ходит в школу, понятно, что какая-то часть походит, и потом начнет заниматься обычной тогда жизнью, а кто-то, может быть, захочет продолжения футбольного. Вот куда дальше можно двигаться из школы? Вы знаете, вот сейчас, опять же, пример Никиты. Он сначала вот в самом-самом таком детстве, там первый, второй, третий класс, играл в этих коммерческих турнирах детских, вот как раз вот Winnergy Cup, вот этот, там футбольная территория. А сейчас они уже выступают у нас на первенство Московской области. Они представляют наш город, люберцы, в первенстве Московской области. У них серьезный чемпионат. И где они сейчас, кстати, идут в тройке. Никита, он сейчас на втором месте в
в списке лучших бомбардиров области. Забил 8 голов. На самом деле это правда много. То есть у нас чемпионат еще, половина чемпионата впереди. Не так-то просто забить. Я к чему говорю? То, что они в официальной статистике сейчас идут. То есть Федерация футбола отслеживает всех игроков, там, кто сколько забил, сколько времени провел на футбольном поле. Это, и скауты, на самом деле, они не дремлют. Даже в нашей футбольной школе «Спартак» есть, у нас есть тренер Грищев Дмитрий Викторович, он работает и в академии «Спартак», и в нашей школе. То есть он мониторит игроков. То есть тот же Никит, вот Никита, он не пройдет мимо. Мы его пригласят. То есть, грубо говоря, так, лет 11, ну, пускай лет через 10, да, может, даже да раньше, Никита может еще... что мы будем это интервью хранить на всякий случай, продадим потом хорошо, правда? Вот. Никита, а хочется стать звездой футбола? Ну, хочется. А хочется. Зачем? Ну, чтобы получать удовольствие от футбола. А сейчас не получаете удовольствие? Получаю. Так, еще больше удовольствия. На более высоком уровне. На более высоком уровне, да. Понятно. Ну, вот эти мы, тут главные медали, вот 4 медали у нас есть, но есть какая-то главная. Расскажите о ней, там, где единичка. Вот самая главная медаль – это вот это. Ага. Был финал с звездой. Счет тогда был 4-2 вроде. Я забил тогда 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Итого 5-4 получилось? Нет, счет 4-2, но я забил 2 игры. А, в смысле, по всей игре? Да, по всей игре. То есть вы фактически решили судьбу этого турнира. И чего? А как вот вам подходит, потом говорят, ну молодец ты, или зависть какая-то присутствует, почему он забил, а не я? Бывает такое? Ну, у некоторых футболистов это есть. Есть, у некоторых футболистов это есть. Вот, ну, а как бы это еще так объяснить? Когда вот, например, ну, не будем вспоминать 11-1, да, но это тоже хорошо, всегда надо помнить, что можно сильно продуть. Конечно, нужно не только сильным, не только со слабыми играть, но и сильными, и средними. Да, говорят, что многих спортсменов вообще учат поражение сильно, они потом, ну, набираются оборот. Как вот вы как капитан и как, в общем-то, лидер команды в данном случае, вот на поле вы чувствуете все, все расслабились, игра не идет, счет такой пограничный, как это было, позволю себе сказать, в советском футболе, все руки опустили и начали ходить по полю, да, все равно мы проиграли уже. Вот и неважно, болельщики кричат, не кричат. Кстати, болельщики в этот момент начинают болеть против тебя, против этой команды, так часто было. Вот как капитан должен найти, как каждому подходите, чего-то говорите или как? Как вы их пытаетесь взбодрить-то? Или вы тоже расслабляетесь? Да ладно, все, проиграли уже. Да? Нет, но я пытаюсь их подбодрить, чтобы они поверили в себя и начали играть. И какие-то слова находите? Да. И слова есть. Ну, вы же знаете всех, кто, ну, посильнее характером, да, кто послабее характером. Примерно, да, знаю. А, кстати, капитан принимает участие, ну, есть какой-то турнир такой, где... Ну, тренер же, как-то вы общаетесь на каком-то своем уровне, тренер и капитан? Ага. Есть такое общение? Ну, вы знаете, к капитану можно прислушаться. Понятное дело, что он еще пока что маленький. Кстати, как вы сказали, как он подбадривает. Слова – это одно, действие – это другое. Ты просто заводишь свою команду за счет того, что ты смело идешь в отбор. Ну, идешь... почти как в бою, да? Вперед. Да. И подтягиваются все остальные, кто там что, чего-то боится. Что касается выбора там, позиции, ну, мы со всеми обсуждаем. И все видно на тренировках. Опять же, Никита, он как переходник, дети и тренер, он там может подсказать, там, может, кто-то стесняется из игроков, у него просто там живот болел. Или, он, или он там всю ночь играл в компьютер, а сейчас его привели на футбольный матч. И он, да, вялый. Поэтому здесь можно иногда намекнуть, что сейчас не готов парень, может, ко второму тайму проснется только. Поэтому... Но ваши же таймы маленькие, не 45 минут? Конечно, конечно. Сколько? 2 по 25 минут. 2 по 25. На 45 бы интересно, да? Не хватило бы силёнок, правда? А как же они бегают там, бедные? Вот, ну придется, раз вы собираетесь все-таки футбольную карьеру строить. Еще такой вопрос. Вот вы говорите тренером. Значит, вы, наверное, же следите за работой своего тренера, да? Что, все прям слушаются? Что, не филоните там нигде?
когда тренер отвернулся, или филоните? Как вообще тренировки проходят? Расскажите. Тренировки проходят нормально, хорошо. Обычно не филонят. У вас как-то там мучают, что бегаете, подтягиваетесь, эти мячи с ватой носите. Нет? Нет такого ничего? Такого нет, но иногда могут, там, если матч проиграли, могут чуть там побегать заставить. А, ну то есть в качестве наказания, что ли? Да. А теперь бегите. Обязательно. Бегите и еще при этом говорите, помните, что как только будете проигрывать, кросс такой будете устраивать. Хорошо, ну мы идем потихонечку к финалу. Давайте мы напомним еще раз нашим телезрителям, которые вот сейчас раздумывают, тем более мы входим, вернее, уже вошли в новый, так сказать, учебный год. Вот, и они раздумывают, и ребенок думает, куда пойти. Вот, куда, как к вам попасть-то можно? Можно ли к вам вообще попасть? К нам, конечно, попасть можно. У нас есть собственный сайт, социальные сети. Просто вводите «футбольная школа Спартак Люберцы», и вы все найдете. Я хотел бы еще добавить, что у нас в Люберцах есть отличные условия для занятий спортом, и в частности футболом. У нас взять только наш стадион на базе инженерно-технологического лицея. Есть вот это искусственное поле. Зал есть. Сейчас у нас реконструкция стадиона «Торпеда» происходит. Мы прям с нетерпением ждем футбольную школу «Спартак». Потому что это как выход из дистанта, это, да? То есть это выход из стратосферы, так сказать. Да. Вот, ждем этого стадиона с нетерпением. Сейчас произошла реконструкция стадиона «Урожай». У нас манежи появляются в нашем городе. То есть есть все возможности для занятия спорта. Остается только не лениться. Ну, вы опять его спросили по поводу того, там тренер отвернулся, и вы там бросили, что ли? Да нет, на самом деле вот любовь к футболу их заряжает, греет. Это ж фанаты все. Вот он сейчас о чем думает? Сейчас быстрее закончится передача, сейчас он пойдет во двор играть в футбол. Вот. И потом тренировка у него завтра. Сегодня у него была игра, он уже 4 мяча забил, играли против Балятина. Да. Вот. Он уже покер оформил. То есть это такой неугомонный, меньше слов, больше дела, как говорится. Ой, так вы такое дело сегодня делаете, мы оторвали вас от важных дел. У него футбол впереди. Ну хорошо, мы тогда вас отпускаем, Никита. Ну и в качестве такого, а что бы вы пожелали всем своим коллегам, всем, с кем вы, кто на скамье сидит, и тем, кто постоянно играет, что бы вы им пожелали-то, как капитан? Чтоб не останавливались играть в футбол и продолжали. Слушать тренера, да. Ну и все-таки, чтобы 11-1 было как... вечным таким, да, никогда больше. Только в другую сторону можно. Вот когда вы сделал... Был какой-нибудь счет 11-1, когда вы выиграли? 22-1 был. 22-1? И улыбка, да? 22-1, как легко. Как такое забудешь? Команда, что ли, не вышла? Или как? А как вы тогда гол пропустили? Тогда я не помню, какой гол мы пропустили. Это давно было. Ну, 22. Сколько же вы забили? Против Альянса мы играли. Сколько же вы забили с 22? 6 вроде. Вот время золотое. Да. Представляю вам Никиту Балькова, 11 лет, воспитанник футбольной школы «Спартак». Правый нападающий, да. Ну, нападающий такая, в центр, да, можно сместиться, если нужно. Вот. И Игнат Викторович Орел, главный тренер футбольной школы «Спартак» в отделении инженерно-технологического лицея городского округа Люберцы. Я думаю, что все всем понятно, и мы вас, во-первых, поздравляем с теми победами, которые были, и надеемся на будущие победы. Вот. Будем считать, что это был обед. Сейчас еще 4 мяча нужно будет забить. Договорились? Хорошо. Все, это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания.